Всем доброго здоровья и приятного аппетита сейчас кушать. С вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня будет прикольная игрушка под названием Teeny Island Survival. Да, если что, она на андроиде. Как видите, у нас в распоряжении дается маленький, приятненький остров, а мы... На котором мы будем выживать, да, обустраивать, да, выживаем его. Так, у нас причем сердечки тратятся на то, что мы можем строить. Видимо, ты устал, может, или что? Возможно, и нас, видите, заставляют построить палаточку. Видимо, в ней мы как раз будем отдыхать. Да, на самом деле, да. Редко такие проекты вижу, когда ты все уже у тебя перед глазами, ты чисто уже занимаешься, как сказать, непосредственно менеджментом, всем острым. Ну да. В общем, очень выглядит мимимично. Клево. Так, у нас вот еще есть инвентарь. Походу, топор мы пока не можем. Может быть, что-то мы найдем, или он до камней всего добраться. Вот с этими деревьями мы можем разбираться. Видишь, даже тропинка как будто какая-то делается. А пень типа нельзя. Так, все, я устал, идем, все хорошо. У нас еще есть золото, видимо, оно на что-то пойдет. Также не забывайте поддерживать, если вы хотите побольше Android-игр. Найдем что-нибудь интересненькое, конечно, что-нибудь крутое. Конечно. Вот, ну ладно. В общем, мы восстановили свои хп-шечки, и походу нам... Не особо долго. Так, а вот мне интересно, тут разные острова или как вообще? Ну ладно. Что и лезть вперед, как у меня говорится. Такое ощущение, что вот именно типа на этом крошечном острове, и даже все. Игра так называется. Ну, наверное. Ну, смотри, я почти до камней добрался. Возможно, камни как раз и потребуются для какого-то создания там топоров или еще чего-нибудь. Ну, короче, так сейчас. Как мы их добудем? Ну, лопатой. У нас в начале, когда мы появились, нам было написано, что вы слышите шум моря и появляетесь на острове. Вот. И лежала лопатка. Угу. Топора... Опа, смотри, ого, мы открыли место, у нас поселение какое-то здесь. Как-то с ними, видимо, можно взаимодействовать, но... Но они пока не хотят с нами разговаривать. Давайте поспим. А, вон, видишь, маленькие камушки можно выкапывать. Все, ура. Все, ага, отлично. Ну, сейчас отдохнем, получается, у нас дело пойдет. Потихоньку, скорее всего. Нужно сколько-то собрать. Мне кажется, как раз вот два этих камня. Опять реклама. Нам, ребят, спасибо, что посоветовали отключать интернет, но уже поздно. Так что в этот раз помучимся. Смотри, кстати, они здесь возобновляются. А, да-да-да. Вот деревья, кстати, не возобновляются. Так, ну смотрите, а мы можем уже как-то скрафтить или что-то сделать? Я могу поговорить с ними. Смотри, нужен еще один камень, чтобы создать. Ага, вон. А с тобой. А здесь можно поторговаться. Слышь, вот дерево. Миш, а можно, вон, появился. Да? Камень. Стой. Да. Так, хорошо. Вон, видишь? Ага. Давай. Да сейчас я сначала получу. Так, все, у нас теперь есть топор. О, прикинь, сколько тут нам. Ё-моё. Так, вот здесь бревна-то побольше. Мы опять устали. Нам, видишь, показывают. Смотри, как тут интересно. Надо будет идти. Вот ты очищаешь локацию определенную, и открываются какие-то новые моменты. Mm-hmm. То есть внимательно с этим нужно. Так, причем всё. Там так интересно, на верхушке то ли... Датчик, я даже не знаю, дымится. Что-то. Надеюсь, это не вулкан. Смотри, а это кто? Детишки, что ли, типа? Можно за деньги, как сказать... Жизни как бы, да, прокачать, да, то есть да, чтобы да, плюс... Да. Ну слушай, у нас в принципе есть 20 монет. Неплохая штука потом на будущее. И вон тропинка, она обязательно куда-то ведет. А вот с пнями мы ничего не можем сделать. Слушай, надо 20 монет, может, потратить и, например, дерево продавать. Да-да-да, то есть ты будешь продавать, получать таким образом. Фига себе, конечно. Блин, на самом деле есть на андроиде интересные игрушки, которых вот, например, на ПК нет. Но... Мне кажется, позалипать да. Вообще отлично. Да, у нас теперь 5. Ура! О, а это что такое, за что? 30 монет. А неплохо. Мы можем еще прокачать? Или оставим на сейчас посмотрим. Случай. Мне кажется, будет прогрессия, и нужно будет больше тратить. Да. 30. Будем, нет? Ну давай, ладно. Чтобы тут не туда-сюда не ходить. Если что, продадим. Так. Добудем монетки. Да, конечно, конечно. Да у меня, знаешь, сколько уже брён, мне кажется? Трындец полный. Все, спать. Сейчас посмотрю. Спатеньки. 25. Да я пойду добегу, сейчас поторгуюсь. А зачем? Слушай, мне может кажется, что-то еще можно быть... Мне кажется, тебе не с ним нужно. Это тебя, видишь, продать. Показывает чего? На того продать. Чувачка, на другого. Погоди, сейчас вот я продал, получил 15 монет. А да, у этого чувака что-то другое. Кирку можно еще теперь. То есть 5 мне камней нужно... нужно. Миш, надо ну, вот эти этих... собирать, а, мы да, сейчас да, не да, можем. Да. Пипец, тут работа полным ходом. Я остров-то это... крошечный, а дел погоди. Полно, если честно. О-о-о. Они здесь вырастают. Появляются снова. Ага, значит, нужно правда, по тропинке отчасти идти. Это да, может быть, как сказать. Это хорошо, наоборот. Ты прикинь, если бы они не вырастали, мы бы могли, ну так скажем, с ресурсами. Без ресурсов остаться. Конечно, конечно. Сколько уж нужно было для кирки? 5, по-моему, Миш.
У нас только два осталось. Ну ладно, давайте они по тропинке. Они здесь через какое-то время опять появятся. Видишь, уже зареспаунился. Так, это у нас... Как нам туда пройти? Это не пройти, скорее всего. Так, посмотри рекламу. Ну, обойдетесь потом. Мы сами заработаем своим трудом. Так, потихоньку пробирай. Опа, какой-то мужчинка. Так, опа. Скелеты. Какое-то проклятие, что ли? Ну все, доигрались. Ага, и чего пацаны, мне делать? Погоди, мужик, и чего? А, меч. А, меч. Ага. Ё-моё, так у нас голова ничего с плеч. Нету. Я спать пошел. Меня а здесь что будет нет. Сейчас? Он на них нападет? Он стырил. А, он просто камень забрал и ушел. А, прикинь, он тоже отстраивается, короче. Батл, я не знаю, что он тут. Давай, хотел сказать, давай соберем камни. Собираем камни. Да. Он опять приходит. Он опять прется. Приходит, надо срочно камни убирать. А вот это что за дверь? Забор поставить, чтобы он не ходил сюда. Погоди, боюсь, вдруг у меня грохнет. Куда он сейчас пойдет? Он еще один полез. Так, Миш, давай попробуем. Давай забор. Так, нифига себе, сколько рез. 10 камней, то есть нам, Миш, надо быстрее собирать камни. Ну они камни. Все, он рубит. Но они же не с концами же вроде вырубают все. Ну я имею в виду, чтобы побыстрее подготовиться. Так, второго уровня топор нужен. То есть что за VIP-дерево такое? Нет. Так, ладно, потихоньку наколотим. Сейчас за камнями пойдем. Вот это прикол. Здесь прям движуха начинается. Так, сейчас. Слушай, их уже трое. Да вообще, то есть нам надо обязательно их... либо. Что лучше? Наверное, может вот мечом их знаю. Расколбасить. Наверное. Нас же не должны убить здесь. Смотри, вот. Отстань, противный. Типа он просто проходу мешает. Ну мы теперь можем купить меч. Ты уверена? Я думаю, что и у нас достаточно камней. Они просто рвут там деревья. Все, надо брать. Ну все, кому-то хана сейчас. Иди и сюда. И вон пошли собирать быстрее сразу камушки. Камни. Только оставлю хп, я не знаю, сколько требуется для сражения. Потому что давай сейчас ли. Проверим. Ну иди сюда, куда ты? Нет! Может, надо выбрать меч? Все. Я не знаю, как будто не ничего тратится, не требуется. Миш. Сейчас вот он подойдет. А, не подошел. А камни? Камни здесь. Отлично. Он еще так, мне бы кирку, да, еще постепенно. Короче, нужно дерево на, так скажем, рубить. Нарубить. И нормально будет. Так, сейчас. Опять приперся. Ну чего, скоро мы тут надо построим поспать. Заборчик. Нам вот кирку бы. Так, немножко рекламки. Ну, кстати, тут щадящие. Да. Так, хватит мои камни тырить. Пес. Можно его сбить? А, ну это понятно, все. Я туда уже не могу зайти, за эту зону. Ну. Давай дерево нарубим. Дерево, да, надо. Сейчас посмотрю, сколько там для кирки всего надо. Так, хорошо, что у нас много сердечек, потому что спать невыносимо было бы. Так, ну на самом деле я вот еще... 20 штук надо между деревьев. Угу. С одной стороны, вот сокровища. Давайте посмотрим, ладно. Давай, давай, фикс. Давай. Так, рекламу посмотрели, деньги получили. Ох, ё-моё. Как раз. Дороговато. Ладно, зато много. Теперь можно будет рубить деревьев после того, как мы отдохнем. И направимся уже за киркой. И мне хочется вот с какой стороны бы пробиваться? Здесь или здесь? Хороший, да, вопрос? Да, давай, так, наверное, там... с правой стороны. Еще надо 6, 3 дерева спилить. Где, говоришь, справа? С правой пойдем. Так, а вот слушай, у мужчинки еще есть что-нибудь после того, как мы купили? Так, понятно. Хотя, может быть, видишь, в некоторых местах... Так, меч нет, типа куплен, все. Так, здесь уже нужно второго уровня топор, прикинь. То есть, возможно, мы не сможем туда попасть, куда бы мы хотели. Ну, мы сейчас постепенно, так, в любом а вот случае, погоди. Давай камень, может, вот добудем еще. Сейчас, погоди. Куплю все, кирку. Так. То есть, я теперь могу здесь рубить? А, и тут забор как бы все, как хочешь. Забор да. Нужен. Ладно, выкупаю быстренько. Невыгодно мне вот здесь копать, я трачу сердечко ради того, чтобы, как сказать, выкупить один камушек. Ну, пока просто. А вот если я забор построю, что будет? Они типа будут вокруг только ресурсы собирать. Мне, в принципе, не жалко эти маленькие камни, если у меня кирка-то есть. Mm-hmm. Если я могу, конечно, это разбивать. Тут видно, что тропинка какая-то есть. Так. Так. Они тоже, в принципе, походу, два. Возобновляются. Наверное, ну, я надеюсь, что они я возобновляются. Я вот здесь пройти не могу. О, вот это я мог раз... О, проход. Все, отлично. Ура! Блин, кирка второго уровня. Так, здесь явно что-то Миш, есть все. В этом. Возвращаюсь да, да, да. На базу. Мне кажется, здесь какое-то новое здание будет, либо еще какая-то штука. Мне прям крайне интересно, тут остров действительно будет как что.
как отдельный уровень, и там дальше сложнее будет. Ну, блин, слишком короткая игра получилась. Мне кажется, она небольшая игрушечка. Думаешь? Такая в целом. Типа позалипать. Но она может как ранняя какая-то версия. Ну может да ладно. Быть. Сейчас, я что-то тут не помню, когда смотрели. Так, здесь чисто выкопали. Сейчас что-то здесь будет явно. Так, завал какой-то. Так. Металл. Кирпич или металл? А ну, пошел отсюда. Он еще бьет меня? Так, стой. Эта теперь пещера будет давать сюда? А, вон, стой, стой, золото, быстрее, быстрее. Опа! Тут обустраиваться. Опа! Не, я думаю, здесь не маленькая Юля играет. Такс, нужно попозже обязательно. Такс, 19. Ну, прилично, еще видишь вот этих слитков. О, да, нужно. Они, скорее всего, будут со временем только появляться. И нам еще надо посмотреть. Ну, сейчас вот и видишь, для чего все-таки надо будет отгораживать, потому что иначе они твой вот этот ресурс забирают. Если они металл забирают. Будут брать, это, конечно, ад. Ладно, они сейчас всякую мелочуху берут. Это я, ладно, прощаю. Но вот тут, конечно... А, вон, видишь, появился, типа... Ой, надо... А как они здесь? Не пройдут? Ох ты, блин, нет! Точно... Ну ладно, я все понял. Эта игра жестокая. Хорошо, ладно. Забрал, а он долго, кстати, возобновляется. Так, у этого все, а это также торговаться. Ну, жалко, что покупать нельзя, да? Я не могу или могу купить за 5, да? То есть это получается покупка, вот смотри. Дурында я! Не продал! Ладно, ничего страшного. Ладно. Нужно постигать основы, так скажем, продажи. А что там нам нужно-то теперь-то? В основном обустроиться стенками, да? Стенками? И... Вот здесь вот хорошо бы стенку еще... поставить. Сколько нужно? Валдис-кувалдис нужен нам. Ой, нет, это я не буду деревьев, делать. Деревьев, деревьев не хватает. Угу. У нас, кстати, сердечек очень если много. Нам в первую очередь нужно вот здесь... О, Миш! Угу, бегу, пока не украли. Их вот меньше не становится от того, что я их уничтожаю. Ну, они так и будут. Ты просто, видишь, я отгоняешь. Все блин, деревья не появились, пока я не посплю. Ну, вот эти, по-моему, рубятся хорошо. Да. Все, сердечки кончились. Ну и наковальня, мне кажется, как раз... У меня реклама аж сбила что-то с толку, чего я хотел там сказать. Про наковальню. Да, она, скорее всего, второго уровня будет нам давать предметы. То есть там кирпичи. Да, то есть их надо будет улучшать. Так, а что я хотел? Все, Забориус. Я, правда, тебя, уже забыл. Я думаю, еще не хватит. Дерево еще, да, надо фигище забить. А вот это второго уровня, наверное. Ну вот сейчас оно, видишь, выросло. Ой-ой, вот бежать не бежать? Надо лучше бежать. Все, бегом. Потому что вон уже прется, черти. Обойдется. Все, это наше. Это мы взяли или он? Я вот что-то не заметил, надеюсь, кому что улетело. Мы. Ты можешь в инвентаре у себя, наверное, посмотреть. Два мы. Два уже, да. Так, а сколько там надо 3. Было? Не, я имею в виду, дерево надо. А, 40. Этого. Да. Ну все, должно хватить. Это тут нельзя, наверное, да? И это тоже нельзя. О, можно. О. Ну все, теперь точно можно направляться, построить забор. Даже мне интересно, как это будет выглядеть. Так, построим. Ну, заборчик, вот так, смотрите, как облагороженный. Теперь фиг ты подойдешь. Либо, конечно, они, может быть, будут забор атаковать. Либо еще что-то, да. Не знаю ну, даже. Ну, блин, тут, мне кажется, интриги все больше и больше. Поэтому предлагаю остановиться. Если хотите продолжение, обязательно голосуйте. Он, видишь, он развернулся. Да. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.